раз, беременность первый раз, тяжело. Не знаю, что ждать от беременности, не знаю. Сначала кажется, что все легко, а потом, когда уже знаешь, что беременный, время подвигается к рождению ребенка, сложно очень думать о том, что на самом деле будет. Думать о том, что будут роды, и много вещей, которых не знаешь, которые, ну, как раз-таки объясняют потом, что это на самом деле не так легко. Это все равно то, к чему идешь за время беременности. Он продвигается, и вроде сначала, уже вроде кажется, только забеременела. Уже 9 месяцев подошли, уже вот будет маленький. Да, вот за то время, что я здесь была, я вот столько посмотрела на все здесь, в больнице, что, в принципе, я думаю, что я права насчет того, что я считаю, что эта больница хорошая для рождения ребенка. Это, скажем так, я считаю, что, допустим, есть аура, хорошая и плохая. Вот я считаю, что здесь хорошая. Это потому, что здесь люди работают не злые, добрые. И мне кажется, что это очень влияет на то, где лучше родиться ребенку. Мы с ней познакомились 2 месяца назад. Мне очень было сложно. Как бы я думала, ой, как же я врача выберу, потому что уже, ну, достаточно большой срок беременности. Думаю, вот тут врачей дали книжечку, значит, там врачи. Я думаю, ой, как будет сложно мне сейчас выбрать. И вот мне дали врача. И я вот с первого момента поняла, что мне этот врач подойдет. Потому что расположила очень к себе на самом деле. Мне уже приятно, говорит, примерно раскрытие идет сантиметры каждый час. Она сказала, так что вот она посмотрела, она говорит, ну я в часа 3 приду еще раз. Пришла, меня забрала, пошли в осмотрю там палату. Она меня осмотрела, сказала, нет, нет, нет. И вот решили сделать, как бы, чтобы смягчить боль на 2 часа. И она сказала, что это помогло быстрее разродиться. Там была акушерка еще, помимо врача. Она заходила все время, она ногу держала уже, как бы, чтобы было как побыстрее, побыстрее. Ну и вот, 12 у нас родилось это чудо. Неправильно, что даю грудь. То есть все показали, объяснили, как правильно нужно. Больница очень модернизирована, с новым оборудованием. И здесь замечательные и квалифицированные врачи. Вообще никого не видно. Вот все в палатах сидят, и всем так, ну, как бы, чувствуется спокойствие какое-то. Нету такого, что вот шум, гам, вот это вот всего. То есть слышно только вот, когда ребенок плачет. А так вообще никого не слышно, ничего. То есть все такое спокойное и тихое. Очень. Да, как дома. Чувствуешь себя как дома, на самом деле. То есть не чувствуешь. Вот ты сюда, я зашла, помню, в эту палату, думаю, нифига себе, это же... Это не в каждом отеле такое есть. То есть ты себя чувствуешь, как будто ты приехал в отель. Да, я бы смогла ее рекомендовать по причине того, что я себя здесь чувствовала уверенно. И я думаю, что здесь любая мама будет себя чувствовать так же уверенно и хорошо, как и я.